Невоспитанные люди ля-ля-ля очень часто... Мне вспомнить. Ох, простите. Вспомнить. Используют окно не по назначению. А у меня даже бабочки летают и вылетают. Чичи, где ты? Я не... Где, где? Здесь, в эти чемодане. Не бойся, он ушел. Ой, ты же ничего не знаешь. Это же злой разбойник Бармалей. Чем он знаменит? Он всех убивает и грабит. Но это же возмутительно. Все возмущаются. Но надо с ним поговорить. Но с ним никто не разговаривает. А он? А он бегает по Африке, всех обижает. Но это же возмутительно. Все возмущаются. Но надо с ним... Но это опять уже все сначала. Почему ты не сказала раньше? Мы позвали соседей и связали его. Я очень испугалась. Граждане, не бойтесь Бармалеев. Если к вам в дом ворвался разбойник, позовите соседей. Соседи всегда добрые и храбрые.